Видит Александра Нилова. Мы здравствуйте. Всем привет. В Нижнем Новгороде, мой любимый город. Да, там я как раз работал профессором кафедры здоровья и сбережения Института развития образования. Александр специалист у меня, он такой мой друг, он у меня обучался именно быть специалистом, и не один день мы занимаемся, мы друзья, и вот он учит других людей. И вот сейчас на вебинаре была его знакомая, да, которая до этого ходила к психологам, и которая не знала, как ей приступить к проекту, потому что у нее страхи, что у нее что-то не получится и так далее. Я ей задал вопрос, а ты в школе хорошо учился? Она, оказывается, очень хорошо училась в школе. Ей, в принципе, нужен только алгоритм. А, Б, В, Г, Д. Она говорит, дайте последовательность приемов, чтобы я четко знала эту дисциплину действий. Последовательность. Так вот, раньше нас обучали именно быть исполнителями, выполнителями заданного задания, и там, где четко надо знать алгоритм. Но сейчас ситуация неопределенности. Как раз-таки наша школа, она как раз-таки развивает по методу ключ способность самому находить решение, то есть думать, а не просто исполнять. То есть это как раз не школа исполнителя, а школа творцов. И поэтому у нас есть метод ключ, где принцип подбора путем перебора. То есть она должна была сама, перебирая варианты, которые Александр ей предложил, подобрать себе действия. И сам процесс перебора развивает творческую поисковую активность мозга. Ну и вот у нее никак не получалось, потому что она не знает, что значит перебирать. Ну там есть группа приемов. Ты ей какие приемы давал? Базовый хлёст. Шалтай-болтай, лыжник, пловец, ну вот, основная пятерка, скажем так. Понятно. То есть, у нас к тому же, там и говорится всегда, все, кто смотрит наш канал Ютуба, там очень много советов, и там на разные случаи жизни, потому что не все понимают сразу целостную картинку метода, и поэтому рекомендую всем посмотреть разные-разные видео там по разным вопросам. И там как раз-таки сказано, везде говорится об этом. Подбирайте то, что вам подходит. Что вот эти приемы базовые синхрогимнастики классическая и методы ключ, это базовые, на их основе можно по принципу подбора путем перебора подходящий для себя прием подобрать. Именно там, где ты быстрее входишь в ритм, который тебе легче всего делать. То есть парадокс заключается в том, что усилия надо сделать именно в подборе того самого простого. В этом смысле метод прост и сложен. Это парадокс. Но люди пока не умеют так искать то, что тебе проще. А искать то, что тебе проще, это значит, ты находишь ключ себе. То есть ты находишь свой талант, где ты горазд. Но поэтому тебе это просто. И вот мы с Сашей сейчас договорились, потому что мы сейчас с ней встречались, и оказалось, что больше-то всего на свете она любит танцевать. И когда мы Саше спросили, а что ты больше любишь, она говорит, я танцевать люблю. Так мы говорим, так ты добавь этот прием, возьми. А как добавить? Ну, сейчас возьми, танцуй. Сейчас возьми. Можно добавлю? Давай, теперь ты. Просто с чего, чтобы зрителям было более понятно, с чего началось? Что у нее был запрос, как понять свое предназначение, чем ей заниматься в жизни. И когда вот мы перебирали несколько упражнений, она вот для себя подобрала, вот, что ей вроде шалтай-болтай понравился, и она его делала, и потом у нее наступила такая пустота в голове, такая легкость, успокоилась она, вот, а потом мне пишет, что, ну, блин, а, типа, мне это упражнение как бы, ну, не дает того вдохновения, которое вот я, например, испытываю, если, например, там, схожу, погуляю, или там схожу там на танцы, или там на сноуборде покатаюсь, вот. И какой-то запрос у нее был понять, чего она хочет. И получается, что шалтай-болтай ей помогал успокаиваться, но у нее цель была немножко другая. Наоборот, мобилизироваться, получить такое вдохновение. И поэтому, когда вот на занятии мы сейчас с ней общались, Хасан Магомедович спросил ее, а где ты себя вот прям чувствуешь такой вдохновленный, свободный и счастливый? Она говорит, я люблю танцевать. Вот когда танцую, я прям себя такой окрыленный чувствую. Она так говорит, тогда бери и танцуй. Ну вот прямо сейчас возьми и смоделируй это пару минуток. Это и будет твоим как бы приемом.
И она такая потом еще говорит, а вы знаете, я вот, когда, например, занимаюсь какими-то делами... Она говорит, я не понимаю, при чем тут танец? Мне же танцплощадка нужна, я же, ну, условно, да, да, да. Я же без музыки сейчас, и вы на меня смотрите, она говорит, меня это сковывает. А я как раз ей сказал, вот как раз-таки в этом и суть. Раньше ты танцевала с музыкой в тех условиях, которые тебе помогают. Сейчас ты это моделируешь с помощью упражнения, танцуешь без музыки и без условий, которые тебе помогают, а наоборот мешают. И тем самым одновременно ты вырабатываешь навык саморегуляции, одновременно становишься увереннее в себе, лучше решать будешь все другие вопросы, потому что ты сейчас именно в сковывающих тебя условиях, именно в повышенном напряжении, когда мы на тебя смотрим, повторяешь то, что тебе раньше давало удовольствие, то же самое повторяешь, но в более стесненных условиях. Это антистрессовая подготовка. Давай, делай. И она стала делать, через 2 минуты она говорит, да, мне стало свободнее, мне не мешает то, что так, как мешало то, что вы на нас смотрели. Ну, давай дальше. Потом она вспомнила, что такое обратила внимание, что когда, говорит, я занимаюсь какими-то там делами, там, по дому, может быть, или там убираюсь, или мою посуду, мне вот хочется в течение дня частенько, я ловлю себя на мысли, что мне хочется напевать, и, может, там, пританцовывать чуть-чуть. И тут Хасан Ганеджи говорит, что так вот, вот твое предназначение. Ну, то есть природа тебе подсказывает этот момент, что как бы тебе хочется делать. Ну, то есть именно у нее это был запрос именно с чем связано ее предназначение. И тут получается, что ее природа ей каждый день об этом подсказывала и говорила. Тебе хочется танцевать, тебе хочется петь. Вот твое предназначение. Да-да-да. И причем у нее проект такой был. Она говорит... Я боюсь приступить к проекту, я поняла, что я хочу путешествовать, я хочу приносить пользу людям, но боюсь приступить к этому проекту, потому что я не знаю, в чем мое предназначение, совпадает ли это с моим проектом и так далее. Да? Ну, во-первых, я выяснил, она находится в состоянии выживания сейчас или нет, потому что там же можно попробовать начать проект, но не получится, но не получится. Тогда принцип подбора путем перебора, берешь другой проект, но это если у тебя нет состояния выживания. Вдруг у нее страх начать проект именно потому, что вдруг не получится, и она потеряет все свои возможности к существованию. Ей, может быть, деньги нужны там или еще что-то для жизни. Она говорит, да нет, я более-менее в нормальном состоянии, ничего я не потеряю, если проект не получится. Ну давай, поэтому мы тебе даем сейчас упражнение, которое ты сама делала неосознанно для раскрепощения. Ты любишь танцевать. Давай, каждый день теперь 2-3 дня в удобное время, ну там по 5 минут. Берешь, моделируешь это, то есть просто танцуешь без музыки, которая тебе помогала без танца, площадки. Просто берешь и делаешь эти упражнения. А я, говорит, могу их себе мысленно делать. Не надо мысленно, подключай действия. Именно тогда у тебя возникает полный такой сброс лишнего напряжения. Ты полностью, ну, так называется, триггерный переход или там по-модному квантовый переход из той суеты жизни, страхов, беспокойств дня и так далее. В это состояние легкости. Она это делала. Ну, что дальше? Так мы что дальше? Она, ну, был на самом деле наглядный пример того, что вначале такой, ой, а как это я, ну, вы меня смотрите, как я буду танцевать, а под конец, когда она там, ну, потанцевала пару минуток, там 2-3 минутки, она уже видно было, что она уже и смеется больше, и улыбается больше, и она более такая раскрепощенная в этот момент. То есть она в этот момент может решать те, которые задачи она перед собой ставила тогда, более быстрым и понятным для себя способом. Ну, скажем так, более уверенная становится, ну, стала за пару минут. Ну, вот что было, собственно говоря. А, и мы сказали, о чем самое главное. Она сначала танцевала в жизни танцевала под музыку, любила танцевать. Теперь она моделирует это с помощью осознанного упражнения. Элемент ключ 2, это элемент ключ 2, моделируя то действие, то есть ту ситуацию с помощью упражнения, которое ты в жизни был счастлив. Бери, переноси в комнате у себя, не выходя никуда, смоделируй в виде упражнения, и тоже получишь такое же состояние. Третий этап – это когда ты только вспомнишь это упражнение. Летишь в самолете, там тоже неопределенность, турбуленция, и ты вспомнишь это упражнение, у тебя снимется напряжение, и ты будешь чувствовать себя комфортно.
сосед для этого будет таблетку пить или 50 грамм коньяка, а ты вот вместо этого вспомнишь это упражнение. Таким образом, на первом этапе ты это делал в жизни, теперь это моделируешь у себя в комнате, в других условиях, вырабатываешь навык саморегуляции, который потом вспоминаешь, и у тебя работает в любых условиях, чтобы быть свободнее, и проекты у тебя пойдут. Так. Могу от себя еще добавить для мальчиков, для парней, для мужчин прием, который мне лично помогает очень. Ну, это вот классический такой бой с тенью. Так. Ну, как вот боксеры занимаются. И если, например, просто, там, ну, вот когда удобно для себя время, я вот это делаю утром и вечером, мне очень нравится. Пару минуток просто вот стою, думаю о каких-то своих вот волнующих меня вопросах, соответственно, и просто, ну, просто кидаю там, ну, руки, ну, так, немножко, да, знаете. Типа, так. Проблемы все свои, так сказать, отколачиваю, все свои проблемы, да, может... Ну, так... не то, что активно, а просто, как бы, я вот вхожу как бы, в состояние такое, как будто я вот разминаюсь перед боксом, перед поединком, вот. И меня снимает напряжение лишнее, и приходит мобилизация и уверенность. И буквально через пару минут я понимаю, что у меня появилась уверенность внутренняя и свобода, и что сейчас, например, то, что я... не мог бы сделать, например, или мне было сложно очень сделать несколько минут назад, сейчас я сделаю гораздо проще, и мне будет это намного свободнее сделать. А если еще перед этим отжаться, например, ну, вот просто отжаться 10-15 раз, 20 раз, и после этого сделать бой с тенью, то результат будет намного круче, больше. Вот интересно то, что я и подсказал еще одну вещь такую вот, что ты училась раньше по алгоритму, который тебе четко задает в школе. Делай вот так или делай вот так. Хотя при этом говорили, подход должен быть всегда индивидуальный, а при этом говорили, делай именно так. Вот. Ну и ты привыкла. А теперь ты учишься в новой школе «Человек будущего» именно думать. Думать, как тебе делать, а не по жестко заданному тебе алгоритму, который ты освоил. Думать, искать решения. И поэтому мы в прошлый раз еще с тобой, когда говорили, до этого я на YouTube ставил видео о новом поиске нового действия, приема. Да. Вот поиск нового действия, который ты никогда не делал, вместе с принципом подбора путем перебора, по критерию минимального усилия, когда ты легче входишь в автоматизм, там шалтай-болтай, или хлёст, или лыжник, там, или дирижирование, там разные приемы, и барабанщик, там моделируешь, да, путем перебора. Это одна часть, а вторая – поиск действия, который ты никогда не делал или не делал, тоже развивает креативность мышления. По существу наша школа учит мыслить. А что такое мышление? Это, в принципе, мозговой внутренний перебор проб и ошибок. Там в мозге у нас пробы и ошибок. Мы поэтому научились думать. Мы почему? Homo sapiens. Если бы мы вместо того, чтобы подумать, сразу совершали эти эксперименты с жизнью, мы столько бы жизни совершили ошибок, столько набили бы шишек. Это бой с тенью, который ты делаешь, если бы ты в жизни это делал постоянно. Представляешь, сколько было бы трагедий, да? А ты это моделируешь. Мозг человека – это лаборатория. Это лаборатория, в которой мы думаем, как будет, если мы так поступок сделаем, если мы так. И, как говорил Кант, звезды над нами и этика внутри нас, и у нас чувство ответственности. Поэтому, когда говорят, безбожник ты, это, ну, там бабушка говорила одному, который шашкой там перерубил кому-то голову, ну, просто ни за что, и она ему говорила, безбожник ты, неужели ты не понимаешь, что есть следствие за поступком? У него не было целостного понимания мира, причин следствия, он никак не видел. Ну, такое, как говорится, отморозок. Поэтому жизнь с Богом – это чувство ответственности за свои поступки. И наш мозг нам помогает как раз-таки, когда мы снимаем лишние напряжения, выходим на себя, на свое состояние, вспоминаем, когда мы были счастливы, это состояние кусочком смоделировать у себя дома. Мы молодеем и научаемся уверенности, и многие вопросы начинаем решать, думая своей головой. Вот. Знаете, хотел что спросить по поводу вот,
поиска нового действия, которое я до этого не делал. Это же, ну, то действие, которое развивает творческий поисковый, ну, вот, как механизм мозга, да, творчество и креативность. И я вот просто задумывался недавно, разные же деятельности есть, и не все деятельности связаны с механическими повторениями. Ну, то есть имеется в виду там с ходьбой, с писанием, там, с плаванием и так далее. Есть сферы деятельности, где люди, скажем так, они больше умственно задействованы, придумывают что-то, изобретают, там, стихи пишут. То есть они не совершают в данный момент механические действия, но они ищут что-то новое. Программисты там. Вот, программисты, например. Да. Конечно, они открывают новое. Но поиски... Слушай, мы такие секретные вещи с тобой выдаем всему миру, потому что еще ни в одном видео... Ни в одной научной статье по миру, я же все время смотрю научные доклады, международные и так далее, нигде не сказано о том, что поиск движения, которое ты никогда в жизни не делал, развивает креативность мышления. То есть это же по существу... Это настолько просто, что даже как бы думаете, что... Это настолько просто, что это и в голову не приходит. Да, в голову не приходит. Да, а сейчас, после того, когда мы это раскрываем, сотни статей появятся там у психологов, ученых, сотни диссертаций будут это использовать. Ну, дай бог, используйте, только не забывайте говорить. Метод ключ, школа, человек будущего, homo futurus. Ну, как-то там напоминайте, чтобы связь времен была. Так. Вот, я просто вопрос не до конца сформулировал. То есть, получается, человек, когда, например, он... ну, занимается какой-то творческой деятельностью, или там программист, например, да, или там, ну, неважно, художник, ученый. То есть ему нравится процесс сам, он получает от него удовольствие, то есть он входит в поток, снимает напряжение, входит в поток, но при этом он, может быть, не действует напрямую, не совершает напрямую какие-то повторяемые действия. И вот вопрос в чем заключается. То есть получается, в данном случае он освобождается и входит в это состояние как раз за счет того, что он ищет что-то новое. Что-то новое, изобретаешь что-то новое. Вот о том, что вы сейчас говорили, да, когда вот ты начинаешь ищешь что-то такое, что ты до этого не делал. Или, например, люди, человек приходит на новую работу, и у него перед ним новые задачи. И когда через какое-то время, например, задача становится для него, ну, рутинной, автоматически, он все уже знает. Он говорит, я уже не расту на этой работе, мне уже здесь как бы неинтересно становится. То есть мне не хватает чего-то нового, нового проекта какого-нибудь. А почему ему, как бы он так говорит? Видимо, потому что как раз-таки ему не хватает вот этого вот поиска новых решений. Конечно, мыслитель так устроен. Homo sapiens, человек думающий, мыслитель так устроен. Ему, когда новое встречается, или он создает новое, на самом деле люди более масштабного мышления, они без этого жить не могут. Они не могут быть без созидания. На самом деле свободно и созидание. Это как раз-таки Бог человек, и это творчество. Вот заставь человека не любить, и не сможешь. Заставь человека не творить, и не сможешь. Заставь человека не сопереживать, и не сможешь. Это же вечные человеческие ценности. На самом деле мы обучаем в школе человек будущего быть человеком. Но в первую очередь homo sapiens, это переводится человек разумный. Ну, естественно, открытое сердце, холодный разум, когда ключ соединяет их между собой, согласует, потому что тут удивительно сочетаются повторяемые цикличные движения в одной части метода ключа, которые снимают напряжение, и поиск новых действий, которые развивают креативность. И вот когда, например, художник или там программист пытается что-то создать новое. И когда у него напряжение зашкаливает, тогда он делает повторяемые действия. Он там ходит по комнате, качает ногой, песню попевает, как говорила девушка сейчас. Она, когда чистит зубы, это же повторяемые действия. Или она там уборку в доме делает, она же песни напевает. Она же вот этими повторяемые действия вот в ритме песни, там вот эти ритмы, частоты, вибрации, там же все это есть. А если вы говорили, что сам поиск, например, ну, того действия, которое нового для меня, например, которое я не делал, оно снимает напряжение тоже? Оно создает напряжение. Потому что поиск – это напряжение. Наука раньше
Но после него легче становится, после того, как ты нашел. Или там... Да, но этот поиск иногда сопровождается повторяемым действием. Почему? Потому что если компьютерщику или, допустим, айтишнику или программисту или кому-то, он завис где-то, ему надо мозг перезагрузить, и там он делает повторяемые действия. Вот он ищет новое, у него не получается. Сделай хрост, сделай разгрузочные действия, повторяемые, цикличные, станцуй. И за счет этого, в танце же тоже повторяемые движения. Так вопрос заключается в том, что соединение вот этих цикличных действий с поисковыми действиями и как раз развивает полноценного человека. Сочетание их. То есть, когда ты ищешь новые действия, и у тебя не получается, тогда сначала сними лишнее напряжение. И сразу найдешь. А найдешь новое действие, оно развивает дальше творческую способность. В общем, хочется быть счастливым, танцуй и пой. Танцуй и пой, и моделируй танец и песню уже в других условиях. И через это у тебя уже вырабатываются навыки управлять своим состоянием в любых ситуациях. Таким образом, переход происходит. Ну а как же? Сначала ты с новым встречаешься, там у тебя еще не было повторения и не было автоматизма. Потом ты повторяешь несколько раз букву А, например, писать до автоматизма. Потом ты можешь писать букву А без всякого напряжения, но с минимальными затратами энергии. А потом ты уже, освобождая этим мозг, можешь создавать новое. Но об этом мы еще должны поговорить, чтобы целостная картинка сложилась. То есть главное приемы ключа и ключа 2 сочетать между собой. То есть развивающие и снимающие лишнее напряжение, чтобы зависания не было. И это очень быстро происходит, вот это самое главное. Понятно, спасибо. Спасибо, но я видел, что ты с ней поработал. Ты правильно задал вопросы и правильно дал советы. Я тебе очень благодарен. И вот завтра ко мне выйдет еще один человек из Питера, который говорит, боевым искусством занимаюсь, боевыми искусствами. И я, говорит, когда посмотрел ваши видео на ваших каналах нашей школы, я, говорит, понял, что то, о чем я много раз думал, у меня все сложилось в какое-то целостное представление, что ваш метод и ваша философия и ваша школа помогает все в жизни, что у меня было, сопоставляя, ассоциируя все свои опыты. И мы завтра с ним будем разговаривать на видео, как с тобой сегодня. И мы поможем всем, кто смотрит наш YouTube, наш канал, в нашей школе, мы поможем всем и страхи снимать, и уверенность обретать, и находить самих себя, и открывать новые проекты в этих условиях неопределенности, то есть думать своей собственной головой. Да, очень будем ждать, интересно очень будет послушать, посмотреть. Да. Спасибо вам большое. Тебе спасибо, тебе, давай, обнимаю, до встречи, до завтра. Да, завтра. Всем пока. Давай.